мы с тобой находимся на углу Гнатюка, Сечевых Стрельцов и Курбаса, вот оно такое, перекресточек. Идем с тобой в ресторан пробовать комплексные обеды. Мы с тобой заказали комплексный обед, который подается по средам. Вот сейчас подождем, как нам его интересно подадут. Посмотрите, какая подача сумасшедшая. Вообще, блин, в шоке. На досточке все так, таких вот мисочках классных. Кайфово как. А досточка фирменная, ресторан Прага написано. Ну, настоящая ресторанная подача. Так, сейчас попробуем ресторанную кухню. Тут у нас гречневый супик с фрикадельками. Такий, як мама готує. Дуже смачний. Класний супчик. Такий легенький. Смачненький. М'яско таке якесь. З таким смаком. Соковите. Супер. До супу тут подаються такі бутербродики. Чи грін? Ні, це бутербродик. Я думала, що гріночка. Канапки, так. Да. З огурчиком. З гречневим супом класно гармонірує. Такий солененький вкус, такий остренький, чуть-чуть островатий. Класно. Ось так. Быстренько пометали. Видишь, тут уже пусто. Фрикадельки были просто сумасшедшие по вкусу. Такой очень необычный вкус. Очень-очень вкусненькие. Ну, приступим ко второму у нас. Второй у нас, видишь, выглядит так. Салатик тут с капусточкой и с копченостями. Картошечка, видишь, как оригинально сделано. И котлетки две сверху. Сейчас мы их попробуем с салатиком. Прикольное сочетание такое, капусты с копченостями, майонезик легенький такой, сочный, классный. Так, приступим к картошке. Жареная картошечка. Хрустящая, с лучком, бомба. Культурно должны поесть. Очень удобно, кстати, на досточке. Сильно не целишься. Да и тарелки мыть не надо. Угу. Нежная такая котлетка. Сочная, с хрустящей корочкой. Супер. Хлеба тут нет, я так понимаю, как в столовских котлетах. Чистое мясо. Очень-очень нежная, очень сочная, вообще бомбячая такое. Ну, супер. Класс. Ну что, превосходный обед. Громадное удовольствие просто получено было. Просто хочется даже хлебушкой там вымокать все, что там было. Не просто надо. Супер. Не надо? Ну, хлебушка нету, но желание есть такое. Очень-очень-очень-очень вкусно. Даже не знаю, что вкуснее. Все по-своему. Отлично. Ще замовила каву. Вона тут дуже смачна теж. Зараз спробуємо. Яка вона? Упс. Сахар не ловиться. У нас молочко. А, дуже запашна. Действительно очень вкусная.
таким шоколадным вкусом, таким не сильно горьким. Классная кава. Прекрасное довершение вкусному обеду. Смачной кавы. Это чипинка я. Вот так. Ну что, отлично, на 55 гривен наелись, такая подача ресторанная сумасшедшая, очень вкусные блюда. Я представляю, какие у них там вообще блюда в меню классные. Ну, кава не входит, напитки не входят, ты можешь сам себе выбрать. Кава фирменная, по-виденьский, там разная-разная. Вот так отлично, нам очень понравилось, супер, замечательно. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Львив4Ю на YouTube.